Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащее нам поприще на этой земле, достигая недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Евангелие, где люди говорят: «Почему вы раньше не пришли к нам?» Мы несем туда весть. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке, молитвенной, финансовой, в том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Давайте мы склоним наши головы. Отец, место мы здесь для того, чтобы нам изменяться для Твоей славы. Я молюсь, Господь, чтобы Слово от Тебя было простым, понятным и доступным для каждого человека. Боже, благослови, Господь, каждого, кто сегодня в этом зале. Благослови каждого, кто с нами сегодня через онлайн. Дух Святой, Ты действуй могущественно и славно в жизни каждого из нас. Тебе слава в веки веков. Аминь. Когда шло служение, я вспомнил то время, когда мне был 21 год, у нас были планы ехать начинать церковь, мы были студенты. Никто из нас не строит планы в жизни, ожидая, что есть какие-то подводные камни, есть какие-то неожиданные обстоятельства жизни. Часто, когда это случается в нашей жизни, мы, проходя через это, мы... Библия говорит, что некоторые терпят кораблекрушение веры. Писание говорит, что смотрите, дабы вы не потерпели кораблекрушение веры. И вот я строю большие планы, я молюсь о том, чтобы открывать церковь, я хочу исполнить волю Божью. И в этот момент, 9 мая, я узнаю, что у меня 3 мая родились дети, килограмм 150 грамм, каждый, врачи дают 2 недели. Тогда не было сотовых, тогда не было такой связи. Я узнал случайно от людей. Лариса в больнице. Она пишет диплом, она тоже сдает. Мы в разных местах с ней. И вот я возвращаюсь. Я возвращаюсь и прихожу в больницу. Мне выкатывают под колпаками наших сыновей. 37 сантиметров каждый. Смотреть я на них не мог. Внутри все сжалось, дыхание заперло. Вот в это время, когда такое ты проходишь в жизни, ты абсолютно сокрушен. Это, знаете, это как вот кто-то взял тебя как сосуд и очень сильно, высоко и со всей силы бросил тебя, и ты разбит в дребезги. Потому что в это время у тебя нет вообще никакой способности каким-то образом вообще управлять процессами. Твои планы рушатся, твоя жизнь находится в трагедии, в сложных обстоятельствах. Друзья, знакомые, родственники все пытаются как-то тебя поддержать. Никто не знает, что тебе как сказать. Но в это время ты внутри очень сильно сокрушен. И ты думаешь: Бог, у меня хорошие цели в жизни, у меня хорошее намерение, у меня желание исполнить Твою волю. Я строю планы идти спасать грешников, служить людям. И вот такое вот на пути, вот ты не ожидал. Они родились у нас 6,5 месяцев. Тогда, когда по сути не должны еще родиться. Вот некое роковое стечение обстоятельств в жизни. Я хотел бы задать вам вопрос молодым людям, которые сегодня на конференции. Когда вы ожидаете чего-то великого, Божьего, рассчитываете ли вы в том, что однажды вы будете сокрушены в своей жизни? Однажды вы будете проходить через какие-то вызовы, которые будут сверх ваших сил, сверх вашего понимания, сверх ваших ожиданий.
Для кого-то из вас сегодня кризис, когда у вас нету, когда у вас, я не знаю, там меньше 50 рублей на телефоне, у вас уже паника, потому что интернет отключится скоро, все, и что делать, и я просто без рук. У кого-то 300 рублей, если нету на Макдональдс, это уже тяжелые времена наступают. Что ты будешь делать тогда, когда вот эта планка, которую ты ставишь для себя, для того, чтобы преодолеть ее, она уйдет сильно вниз. И ты окажешься не готов к тому, что будет происходить в твоей жизни. После того, когда ты будешь сокрушен, ты выйдешь на новый уровень веры, ты выйдешь на новый уровень отношений, ты видишь Бога в этих обстоятельствах, или твоя вера потерпит кораблекрушение. В моей жизни было несколько таких. Последнее такое сильное состояние сокрушения какое-то, знаете, беспомощности. Это вы, молодые люди, были свидетелями, те, кто были в 18-м году на паспорте, когда ты стоишь, и помимо твоего понимания, помимо твоего духовного состояния, помимо твоего какого-то желания как-то, ну, управлять процессами, ты стоишь абсолютно сокрушенным. Я помню, я стою, идет дождь, парни собирают, спасают экран, колонки, микрофоны, камеры. Кого-то увозят в больницу. Одни бегут, говорят, скорая застряла, не могут вывезти. Другие говорят, 28 человек отправляем в больницу. В это время бьет молнии кругом. Братья прибегают, говорят, под палаткой никого нету, слава Богу. Никого не убило. Я говорю, идите каждый сантиметр, прощупывайте, смотрите. Не дай Бог, мы кого-то... В это время я не знаю, что я стою. У меня сломаны два ребра. Я не чувствую эту боль. Я нахожусь в другом каком-то состоянии таком. Я должен подавать виду, что у меня там что-то болит. И ты сокрушен. Ты сокрушен сильно. Ты не можешь в это время плакать. Ты не можешь в это время кричать. Ты не можешь в это время ничего делать. Но ты внутри сокрушен. А внешне должен показать, что все нормально. Все под контролем. Вы знаете, чему я научился? Если ты хочешь быть сосудом Божьим, чтобы Бог использовал тебя для своей славы, приготовь себя к тому, что ты будешь сокрушен однажды. Потому что каждый из нас, когда мы лепим себя как сосуд, мы хотим быть, знаете, каким-то особенным, хорошим, прекрасным. А Бог смотрит на тебя и думает, ты еще не тот сосуд, который угоден мне. Я хочу по-другому лепить тебя. Я хочу работать с тобой. Я хочу использовать тебя. Ты мне нужен. И вот Творец Вселенной, представляете, допускает определенные обстоятельства жизни, когда ты как сосуд сокрушен. И вот в это время очень важно научиться довериться Богу, чтобы Он начал лепить тебя. Чтобы Он начал делать из тебя тот сосуд, который Он хочет, чтобы ты был. Не таким, как ты себя представляешь, не таким, как ты себя видишь в этой жизни, не таким, как видят твои друзья и знакомые, не таким, как, может быть, тебе там люди лайки ставят в Инстаграме, говорят, вау, ты такая умница, такая красавица, ты такая прям вай-вай-вай, как ты оделась, как ты накрасилась, как ты вообще губы там накачала. А вот неуправляемый процесс жизни, и кроме боли, и пустоты у тебя ничего нету. Легко слушать проповеди, которые говорят о том, что когда ты веришь, когда ты следуешь за Богом, с тобой ничего не случится. И проблема многих людей, что мы ищем себе только
то учение, которое могло бы нас учить, что у нас будет все хорошо в жизни. С нами ничего не случится. К сожалению, я не являюсь тем, знаете, таким добрым примером, чтобы вот похвалиться, что вот, вот у меня вот все вот так вот в жизни хорошо и без проблем. Я отношусь к другой категории людей, которым никогда не было легко. Никогда. Но я понял одну вещь, которую я хотел бы поделиться молодежью с вами. Вот в этих стесненных обстоятельствах все, что поможет тебе в жизни, это непоколебимое основание твоих отношений с Богом. Если ты будешь укореняться в Божье Слово, если ты будешь знать Бога как Творца Вселенной и Бога всей твоей жизни, то Он будет Богом при любых обстоятельствах, в которых бы ты ни находился. И я могу твердо, с уверенностью утверждать то, что через какие бы ты сокрушения в жизни не прошел, знай, Бог, который ведет тебя, никогда не позволит врагу посмеяться над тобой, потому что Он поднимет тебя, и Он поведет тебя твоим путем. И если Он Бог, который хочет начать лепить тебя по-новому, хочет лепить тебя и сделать тебя таким, как Он хочет видеть, Он сделает это, если ты позволишь Ему работать с тобой. Я задавал себе вопрос: Господь, ну когда я начинал только служение, я понимаю, там сам дьявол восстал против меня, там висят, восстал против меня, там сам дьявол хотел остановить меня в моем призвании, в моем служении. Я это понимаю. Поэтому там ополчилось все против меня. Чтобы дьявол просто смеялся мне в лицо и говорил: ну где теперь твоя вера, ну где твоя целеустремленность, где твое желание исполнить волю Божью, где ты сегодня? Но пробираясь через эти вызовы, ты идешь к Божьей цели, и ты идешь к тому, к чему Бог призвал тебя. Ты прилагаешь усилия. Я помню, когда на 50-й день дети еще в больнице, еще на сохранении, слава Богу, 2 недели уже прошло 7 недель. И вот ты на 50-й день, ты оставляешь детей в больнице и едешь исполнить волю Божью. С точки зрения логики, это вообще какой-то маразм. Ты какой-то вообще, какой ты отец. Ты вообще сумасшедший какой-то. Но ты знаешь, ты в это время сумасшедший. Знаешь почему? Потому что ты знаешь, что жизнь твоих детей зависит не от докторов, а жизнь твоих детей зависит от того, кто автор твоей жизни. И лучше быть в его воле, потому что, находясь с ним, знаете, как однажды Бог говорит Давиду: Давид, вот ты согрешил, вот выбери, что лучше для тебя, впасть в руки человеческие или в руки Божьи. И Давид говорит: лучше, Господи, я знаю, что ты милосердный, лучше в твои руки мне попасть, чем в руки человеческие, потому что люди не оставят мне никаких шансов. И вот представляете, вот в эти моменты, в этих долинах твоей скорби, трудностей, переживаний, вот есть только один ориентир твоей жизни. Это Иисус. Это упование на Него. Начальника, совершителя твоей веры. И это не проповедники, которые будут льстить нашим ушам. Это вера внутри тебя. Это твердое, непоколебимое основание Божьего Слова, которое будет пребывать в тебе. Нас окружает много людей, которые льстят нам. У нас все плохо, они нам говорят, у нас все хорошо. Они нам льстят, они нам говорят: вау, как ты хорошо выглядишь, как ты экстраординарно сегодня нарядилась, вау, ты так вообще умница, красавица. На самом деле они льстят нам. Они нас любят, поэтому они одобрят любую нашу глупость. И часто мы руководствуемся тем, что вот мы получаем одобрение от друзей, получаем одобрение от каких-то близких, мы получаем одобрение от тех, кто любит нас. И часто мы входим в конфликт с тем, который дал нам путеводитель веры, компас на небо, Его Слово. Я хотел бы пожелать вам, чтобы основанием вашей веры было Его Слово. Тем отвесом, по которому ты будешь мерить свои поступки, свои дела, свое отношение к жизни, было Его Слово. И в тех моментах твоей жизни, когда ты будешь проходить через какие-то вызовы, все, что тебе поможет в жизни пройти, устоять и перейти на новый уровень веры,
это твое доверие Господу при любых обстоятельствах жизни. И не важно, сколько раз в жизни ты будешь сокрушен, ты идешь, и после этого сокрушения ты выходишь на какой-то другой уровень веры, другой уровень доверия Господу, другой уровень поклонения Ему. Ты какой-то становишься другой, внутри другой становишься. Ты переживаешь Бога. Мне понравилось, как тогда Виттенхаус сказал, что кто пережил свою бурю в жизни, этой бури уже больше не будет. Действительно, вот когда мы проходим через эти бури, мы становимся другими в этих бурях. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели одну интересную историю, которая произошла с Иаковом. Помазанным Божьим человеком. У Бога есть большой план для него, но он, к сожалению, еще не соответствует тем стандартам, которые Бог хочет, чтобы у него были. Он вообще проблемный ребенок. Папа не знает, что с ним делать, мама не знает, что с ним делать. Мама ему пытается всячески помогать. Мама и с папой как-то поговорит там. Мне нравится предыстория, когда они отправляют его к Лавану. Написано в первой главе. «Призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему, и сказал, не бери себе жены дочерей ханаанских». Так красиво звучит, да, папа позвал и говорит, «Сынок, только не с нашего села бери». Но когда ты читаешь 27 главу, там вообще интересная история. Там мама вообще отправляет ребенка, знаете, вот в наше время, это, когда мама не знает, что делать с мальчиком, да, ему 18 лет, она идет в военкомат и говорит, слушайте, заберите его в армию. Почему? Потому что он связался с плохой компанией, у него друзья появились не очень хорошие, или девочка у него появилась такая, что мама ее просто боится. Она идет к военкому и говорит, слушайте, вот у меня тут такой вот милый, родной, любимый, заберите его. И мчится поезд на границу, знаете. Мамы по-разному решают вопросы, как помочь своим детям. Кого-то мама отправляет в какое-то учебное заведение, что там приличные люди учатся, там профессия хорошая. Кого-то мама, наоборот, отправляет туда, где, казалось, думали прилично, казалось, как обычно. У Якова мама имела одну серьезную проблему. У него появилась опасность похоронить в один день, сделать двое похорон. Мужа похоронить и сына похоронить в один день. Потому что написано, что Исав возненавидел Иакова так сильно, что сказал, как только приближаются дни пребывания на этой земле моего отца, в этот же день я своего брата отправлю вслед отца. То есть вот пока папа жив, я его трогать не буду. То есть я хороший сын, я папу расстраивать не буду. Но как только папа не станет, Якова тоже не будет. Мама это узнала. Мне нравится мама, знаете, вот благоразумная жена устраивает дом, вы знаете об этом. Да, вот смотрите, как оно работает в жизни. Мама приходит к папе и говорит, слушай, я от этих девушек ханаанских этих, просто житья не имею. Пусть он пойдет женится где-нибудь в нормальном месте. Видно, армии тогда не было, и к военкому нельзя было пойти. И уже следующая глава, папа призывает сына и говорит, сынок, я не хочу, чтобы ты женился в нашем колхозе, иди женись. У нас там есть родственники у Лавана, иди там, у мамы есть брат, и там женись на наших родственниках. Такой, знаете, долгоиграющий такой план. Мама так строит планы для своего любимого сына. Все мамы такие. Они строят планы для своих детей. И, наверное, родители думают, что такой план сработает. Наверное, молодежь, ваши родители отправляют вас в какое-то учебное заведение, они думают, план сработает. Кого-то учиться, кого-то в армию, кого-то, езжай на конференцию, может, там Илюшу встретишь. Но жизнь проносит свои сюрпризы. Иаков оказался неподготовленным вообще к жизни. Как-то не рассчитал он в пути. Библия говорит, что его застала ночь в пустыне. Многим из вас, молодые люди, родители очень искренне хотят помочь. Кого-то уберечь от беды, кому-то с устройством личной жизни, кому-то дать хорошее образование, кому-то открыть какие-то перспективы новые в жизни. Родители очень искренны в этом.
Я не думаю, что мама была неискренна со своим сыном тогда, когда она посылала его к Лавану. Я не думаю, что отец, который послушал свою жену, прислушался и решил, что нужно так сделать. Они хотели хорошего и доброго. Но их ребенок, который был в их объятиях, в их любви, в их заботе, он оказался не готов к жизни. И ночь застала его в пустыне. И Библия говорит, что Яков взял камень и положил у изголовья и лег на него. Это говорит о том, что ребенок вообще не был готов ночевать в пустыне. Он вообще не приспособлен к этим вызовам. Не написано, взял спальный мешок с собой, там закутался где-то, вылез на дерево, чтобы там дикие звери не съели где-то. Попал в пустыню, деревьев нету, постели нету, людей нету, тепла нету, дикие звери, холодно. Все, что есть, камень под голову. Многие из вас, вы сегодня в этих обстоятельствах жизни. Вы как те сокрушенные сосуды в своей жизни, потому что вы не знаете, что ждет вас завтра. Вы внутри абсолютно не уверены. Вы оказались в обстоятельствах, к которым вы абсолютно не готовы. Потому что вы планировали одно, а оно происходит по-другому. Вы хотели, чтобы было... Или мама хотела, чтобы было так, пошло как-то не так. Что-то пошло не так. Мне нравится история Якова, знаете, в чем? Вот во всем этом он ложит камень под голову. И он общается с Богом. Не важно, что пустыня, не важно, что вокруг дикие звери. Написано, что у него нету паники, у него нету какого-то, знаете, крика там о помощи и там какого-то чего-то такого сумасшествия. Написано, я положил он камень под голову и лег. Вот в этой буре он находит жизни, он находит какой-то покой тем, что он пользуется тем, что у него есть. Вот он ложит этот камень. И он пытается найти какой-то покой, отдохнуть. Некоторым из вас, вернувшись с конференции, нужно взять те обстоятельства, в которых вы находитесь, и попытаться найти покой в Боге. Это непростое занятие. Потому что наши эмоции порой сильнее. Наши чувства порой сильнее. Это все захлестывает, это все наворачивает, это начинает гнать нас, это начинает заставлять нас принимать какие-то решения, это заставляет нас пытаться как-то своими силами, своими усилиями исправить ситуацию. Оказывается, вот в этих обстоятельствах все, что поможет тебе войти в его покой, его святое присутствие. Я помню наш разговор, когда мы разговаривали с Ларисой, и Лариса говорит: слушай, ну, а как мы можем помочь нашим детям? Разве не Господь поможет нашим детям и нам? Разве не в его руках жизнь наших детей? Ты езжай, заботься о Божьем, а Бог позаботится о нашем. Ты заботься о Божьем, а Бог позаботится о нашем. Скольким из нас нужно в этих обстоятельствах жизни войти в Божий покой, чтобы что-то увидеть большее, чем мы планируем и мы думаем. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Отче наш, Отче наш, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие.
Тебе, а?